І вітання глядачам телеканалу Зет. Саме зараз в прямому ефірі. Програма Здоров'я програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре, активне, а головне здорове життя. Причини невдач штучного запліднення та як досягти успіху. Про таке сьогодні будемо говорити з нашим експертом. Почуємо багато факторів, які можуть сприяти невдалому заплідненні, та власне почуємо поради, як все ж таки добитись успіху. Тож, представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це головний лікар філії клініки академіки Грищенка Кисельова Марина Миколаївна. Доброго вечора. Добрий вечір, Анна. Добрий день, наші зрителі. Ми з вами вже минулого ефіру обговорювали, що екстракорпоральне запліднення є майже головним у лікуванні безпліддя. Чи дає він 100% результат? Экстракорпоральное плодотворение действительно является одним из наиболее эффективных методов лечения бесплодия. Но мы, к сожалению, стопроцентного результата не можем добиться. Мы можем решить проблемы примерно половины пар, то есть порядка 50% результативность программ. Мы можем поднять эти цифры до 70% и выше процентов, если используем определенные методики. Это происходит потому, что процесс оплодотворения, процесс беременности ⁇ невероятно сложный процесс, и масса причин может на него воздействовать. Условно, эти причины можно разделить на несколько групп. Первый момент — это причины неудач, которые мы связываем с женскими половыми клетками, с яйцеклетками, ацитами. Вторая группа — это причины неудач, которые связаны с мужскими половыми клетками, со сперматозоидами. Третья группа — это причины, связанные непосредственно с эмбрионами. И четвёртая группа это группа, связанная с, в принципе, здоровьем женщины, а в частности, со здоровьем её репродуктивной системы, со здоровьем матки. И есть ещё группа более редких причин. А які взагалі б могли б назвати фактори, чому так відбувається? В принципе, одним из наиболее распространенных факторов, которые мы выявляем на, одном, на одних из первых консультаций, являются гормональные какие-то нарушения. В наше стрессовое время очень часто мы видим гиперпролактиномию, когда гормон стресса повышен этот фактор, к счастью, мы можем легко откорректировать, назначив терапию. Мы это делаем на самых первых этапах консультаций. Это мы делаем потому, что нам для этого нужно время, пока женщина доп. следуется пока мы дойдем до следующего этапа программы, лекарства уже начнут выравнивать эту ситуацию. Второй фактор, на который мы можем успешно влиять, это фактор нарушений обмена глюкозы, нарушений обмена сахара. Эта ситуация Часто встречается у женщин с поликистозом яичников, со склерокистозом яичников, и связана она с тем, что повышенное количество сахара глюкозы в организме токсически влияет на яйцеклетки. И чем дольше это нарушение в организме женщины существует, тем тяжелее нам обернуть вспять эту ситуацию. Как правило, мы видим нарушение и массы тела женщины. Если глюкоза усваивается неправильно, повышается масса тела. И некоторые пациентки на приеме говорят, доктор, я соблюдаю рекомендации, я соблюдаю режимы физической нагрузки, и при этом мне невероятно сложно снизить массу тела. Да, действительно, нужно влиять на причину, потому что причина этого, возможно, не переедание, не какие-то э, нарушения в режиме жизни. И в таких случаях, назначая препарат, который стабилизирует обмен глюкозы, обмен сахара в организме, мы помогаем женщине не только только в плане репродукции, но еще и как бонус она может получить снижение массы тела и уменьшение размера одежды. Еще существует такая ситуация в репродукции, как максимально допустимая доза препаратов. Почему индекс массы тела это такая частая, такая наболевшая тема? Потому что, если, к примеру, мы возьмем две пациентки, одна из которых весит 50 кг, а вторая 90, и при остальных равных условиях дадим ей одинаковые дозы препаратов то естественно распределившись равномерно в организме они могут лучше подействовать у женщины у которой меньше масса тела угу. поэтому каждый килограмм каждое маленькое усилие оно будет увеличивать наши шансы на победу Угу. Тобто, це ви назвали ті фактори, з якими можна боротися медикаментозно, так і допомогти при лікуванні? Так, да, факторів на самом деле, намного більше. Ми можемо дуже ефективно впливати на нарушення в обміні віществ в щитовідній железі, і це теж впливає на успіх, це теж виявляється пірвічні консультації. А які ще можна назвати фактори, які можуть впливати на невдале штучне запліднення? Для того, чтобы мы получили хорошие шансы на успех, нам нужно не менее восьми женских клеток. Это среднемировая статистика. Если мы получаем клеток меньше у пациентки, естественно, среднестатистически мы можем получить и меньшие шансы на успех. Вы можете спросить, а почему так много? Mm -hmm. да, наши пациенты не хотят 8, 10, 9 детей. Да, безусловно, но не все клетки, не все наши эмбрионы становятся малышами. Поэтому нам нужно так много клеток. И если женщина имеет такие факторы риска, которые снижают ее резерв, как возраст, с возрастом существенно падает количество клеток, как какие-либо операции на яичниках, невзирая на их причину, то ли это фолликуляция. Кіста, то толі будь любая операція, будь-яке касання скальпелем, оно так і інакше снижає репродуктивний резерв жінки. Тобто є конкретна кількість яйцеклітин, на які лікар розраховує так при екстракорпоральному заплідненні. І якщо цієї кількості клітин немає, то виникають якісь складнощі в цьому, якщо у нас кліток, или у нас мало клеток, соответственно, у нас и меньше шансов. Для того, чтобы мы получили результат, нам нужны клетки. Нам женщина дает клетки, а мы взамен ей даем малышей. Это угу. работает таким образом. Ну, то есть, будто быть, как минимум, их 8, так, как вы это назвали? Их может быть столько, сколько... Мы не можем запрограммировать количество, сколько женщина нам их может дать в данный конкретный период времени. Угу. А что бывает такие с выпадки, когда лекарства не действуют? Бывают ситуации, когда мы можем давать препараты в нужных дозах, в нужных протоколах, но при этом мы видим отклик гораздо ниже, чем должны были бы видеть. Для того, чтобы мы получили хороший отклик в программе. Мы должны иметь лекарство, оно в виде молекулы цирку, циркулирует в крови женщины mm -hmm. и должны иметь захватывающий аппарат в организме женщины рецепторы. Если рецепторов мало, они повреждены, либо генетически их заложено мало, либо какая-то поломка в рецепторах, мы можем получать низкие результаты в программе. Причем это может происходить совершенно неожиданно у женщин с достаточно высоким резервом, с хорошим гормональным фоном. Есть на кожний случай, у нас є рішення, і ми можемо несколько корректировать, щоб препарати усваивались лучше, работали лучше, меняя наші протоколи, меняя схеми лечения. А чи впливає чоловічий фактор на покращення запліднення? Чи ні? Бо ми чуємо саме про жіночі проблеми, як бути з чоловічими, безусловно. А мужской фактор он влияет точно так же, как и женский фактор для зачатия нам нужны принципиально две клетки мужская клетка и женская клетка и если мы видим в какой-либо из этих клеток проблемы безусловно мы будем иметь потом проблемы с эмбрионами как известно первые около первых трех суток эмбрион развивается по генетической программе мамы а после трех суток вступает уже на первую роль генетическая программа отца и если есть определенные поломки, определенные дефекты в сперматозоидах, их подвижность, количество, качество, соответственно, мы будем иметь проблемы в дальнейшем с оплодотворением, с дроблением, с развитием эмбрионов. И это существенно влияет на программу ЭКО. Современная репродукция, она достигла таких высот, что мы, в принципе, можем получить родного генетически малыша у мужчины, у которого, в принципе, в периферической сперме нет ни одного сперматозоида. То есть принципиально нам нужен один сперматозоид для одной яйцеклетки, чтобы получить беременность. Но чем лучше мы подготовим буквально в буквальном смысле каждый сперматозоид, воздействуя на все, на все звенья сперматогенеза, тем лучше мы в итоге получим результат. А если удалось уже добиться эмбриона, чем можно вважати программу ЭКЗ успешную? Человек так устроен, в принципе, как вид, что мы не, не все эмбрионы у человека имеют хромосомный набор в норме. Примерно к 35 годам приблизительно Половина эмбрионов имеет какие-то отклонения от нормы. Угу. К, в более молодом возрасте мы видим намного ниже количество таких отклонений. В более старшем возрасте мы видим существенное повышение. К 40 годам, мы, к 40, к 41 году мы видим увеличение аномалий в эмбрионах до 70, 80, иногда даже 90 процентов. Угу. Поэтому возраст невероятно важен для программы экстракорпорального плодотворения. А чи можна якось узнать, чи несе в собі ембріон ці генетичні зміни, чи їх немає? К счастью, есть такие методы, такие инструменты в современной репродукции. Этот этот метод называется предимплантационное генетическое тестирование. Угу. Суть этого метода состоит в том, что мы можем взять маленький фрагмент эмбриона, буквально несколько клеточек, для того, чтобы сделать проверить его хромосомный паспорт и угу. сказать, каждый конкретный эмбрион несет в себе эту аномалию или же он соответствует норме и мы можем дальше работать с этим эмбрионом и когда мы переносим в полость матки такой эмбрион мы имеем результативность наших программ до 70 и выше процентов результатов положительных а че безопасный такой метод проверки? Этот метод абсолютно безопасный. Это абсолютно подтверждено многократными отечественными и зарубежными исследованиями. Он дает нам понимание, с каким эмбрионом работать, и это существенно ускоряет программу. Его безопасность подтверждена не только научными изысканиями, но еще и опытом клиник нашей клиники в частности, которая уже давно использует этот метод, и у нас есть уже масса деток, которые родились после использования этого метода. Здоровье их совершенно не отличается от здоровья деток, которые родились от есте... с естественным зачатием. <гум> можно ли что если так проверить эмбрион, то он уже дает 100% успех штучного заплетения? Для того, чтобы получить беременность, всегда происходит диалог между маткой и эмбрионом. И нам мало иметь только эмбрион с нормой. Нам нужно еще, чтобы полость матки, тот воспринимающий аппарат женщины, чтобы он был здоров. То есть если в полости матки есть не, какое-то нездоровье, будь то полипы, будь то гиперплазии, будь то спайки, будь то воспаление, мы будем иметь сниженные результаты экстракорпорального оплодотворения. То есть эмбрион попадает на неблагоприятную почву, и, соответственно, у него снижаются его потребности потенциал к его имплантации. Здесь еще хочу остановиться в двух словах. На таком состоянии, как гидросальпинцы. Это когда в маточных трубах скапливается жидкость воспалительная. Да, мы делаем ЭКО в обход маточных труб. И сейчас это наоборот маточный фактор бесплодия. Это один из ведущих факторов, когда наоборот показано ЭКО, и мы назначаем этот метод лечения но если в маточных трубах есть эта воспалительная жидкость, она в очень большом количестве случаев может выходить из маточных труб и попадать на этот слой эндометрия, на слой матки, который должен воспринять эмбрион, может попадать уже непосредственно на эмбрион и, естественно, те воспалительные агенты, воспалительные клетки, которых много в этой жидкости, они могут очень-очень сильно влиять на имплантацию. Поэтому, если есть какая-то проблема внутри матки или в маточных трубах то прежде чем переносить эмбрион, нам нужно ее как минимум диагностировать и устранить. Мы это делаем разными способами крайне индивидуальный подход. Это может быть гистероскопия, может быть противовоспалительное лечение, может быть и лапароскопия с удалением маточных труб, если там есть какое-то воспаление. Угу. Если в маточных трубах воспаления нет, то не нужно удалять маточные трубы. Это частый вопрос женщин сейчас на приемах. Угу. Нужно угу. ли удалять перед ЭКО маточные трубы? Нет не нужно. Их нужно удалять только в случае их поражения, их патологии. Если они заполнены чем-то кровью воспалительной жидкостью, тогда да обязательно нужно. Это завжди на диагностическом этапе, так? Да, это, как правило, первый этап лечения, первый этап диагностики и лечения. И мы с каждой женщиной планируем. Нет абсолютно одинаковых пациенток, абсолютно никогда нет. Все женщины разные. И поэтому с каждой мы составляем индивидуальный план. Сначала этот план несколько размыт. Это в принципе, да? Мы ставим анализы, смотрим по результатам анализов, и мы видим дальше путь. Уже дальше мы обследуемся глубже, и дальше этот путь потихонечку нам становится ясен. Этот метод требует тщательной подготовки, и мы готовимся тщательно, но недолго, потому что если мы будем готовиться долго, мы будем терять наши клетки и будем терять наши шансы. Угу. Как правило, подготовка к экстракорпоральному оплодотворению занимает от месяца до трех месяцев. Мы в целом успеваем, редко дольше, если нужно какие-то более существенные коррекции внести. А как будет в тех выпадках, когда уже и Перевірили эмбрион и порожнина матки здорова, а вагітність все одно не настає. Это те проблемы, которые мы называем смещением окна имплантации. То есть, когда и эмбрион хороший, у нас хромосомная норма, и полость матки проверена здорова, но нет синхронизации. Нам мало, чтобы у нас был хромосомно полноценный эмбрион и здоровая полость матки. Еще нужна отметка времени, когда матка будет способна воспринять эмбрион. Угу. Да, такая вот сложная наша профессия. И так сложно получить беременность. Поэтому для того чтобы. Получить беременность мы обычно используем пятый день. Это стандартный день, угу. когда мы имеем прекрасные результаты, имеем те 50-70% успеха. Этот день мы используем много уже лет в нашей клинике, и он прекрасно дает результаты. Но все женщины индивидуальны. И у некоторых этот день смещается. Угу. Например, он может быть раньше, четвертые сутки. Либо он может быть позже, шестые, седьмые, восьмые, иногда даже десятые сутки. Если эмбрион перенесен не в тот день, даже на идеальный эндометрий, матка не готова его принять. В матке внутренний маточный слой эндометрий развиваются определенные такой аппарат приема, называется пеноподии. И mm -hmm. когда эмбриончик падает в полость матки, пеноподии его захватывают и создают ему идеальные условия для того, чтобы он дальше прижился и дальше развивался. И вот если эти пеноподии еще не Развити, или вже они не готовы, то тобто вже цей момент пройшов, то просто-напросто ембріон упаде на ні готове поле, і не буде у нього шансу. Тобто, це можливо перевірити тільки практичним результатом, так якось до того до самого запліднення діагностувати цей фактор неможливо. К нам приходят женщины не только вот абсолютно на первую консультацию ни разу не делала никаких попыток. У нас есть пациентки, которые уже много прошли, и безусловно этот метод это не метод первой линии, mm -hmm. да, когда только пациентка приходит и сразу мы его предлагаем. Он достаточно инвазивный, у него есть масса плюсов, но есть и свои минусы. Его нужно применять только там, где он нужен, и тогда он даст нам понимание этого смещения имплантационного. І тоді ми зможемо їм ефективно пользоваться. Але не абсолютно кожна жінці. Угу. Здесь важен індивідуальний підход. Угу. А як бути з хронічними захворюваннями, чи можуть вони впливати на якість штучного запліднення? Да, хронические заболевания безусловно влияют. Ведь нет такой системы, нет такого органа, который бы не менял свою работу во время беременности, на который бы беременность так или иначе не подействовала. Поэтому безусловно, если есть какие-то проблемы в организме, чаще всего мы сталкиваемся с проблемами щитовидной железы, как пример приведу. Это снижение ее функции. Это ситуация, которая никак женщина не чувствуется, у нее нет никаких жалоб. Это выявляется обычно случайно. Когда мы проводим гормональный скрининг уже в процессе обследования перед программой, перед планированием беременности, и видим снижение функции, снижение гормона тиреотропного. И если мы не повлияем на это, то мы будем видеть снижение результативности программы. Влияние на него, к счастью, достаточно быстрое и не такое сложное. То есть это надо просто знать. И надо сделать вовремя, чтобы лекарства, опять же, успели подействовать. И тогда он минимально скажется, либо совсем не скажется на результате программы. То же самое относится к любым хроническим воспалительным заболеваниям. К примеру, гипертоническая болезнь. Нельзя бросать препараты на, в период лечения бесплодия. Нужно наоборот подобрать их таким образом, чтобы они нам не вредили, а наоборот помогали. Тот же сахарный диабет, нарушение обмена глюкозы. Если мы его не скомпенсируем, мы будем иметь результаты не такие, как хотим любые хронические заболевания — это не показания к тому, чтобы откладывать беременность или вообще отказываться от нее. Их нужно скомпенсировать. Мы это делаем обычно с эндокринологом, с семейным доктором, со смежными специалистами, если это, естественно, заболевание не гинекологическое. Угу. То есть, если до вас пришла людина, яка еще не знает про своей какие-то все одно на первом этапе исследования она про это узнает. Так вы не сможете пройти осторонь через эту хворобу? Мы оставляем на первую консультацию сознательно очень много времени для знакомства и очень подробно спрашиваем женщину обо всем, что было в ее жизни до того, как она пришла к нам. Начиная с детского возраста. Любые госпитализации, любые приемы препаратов, любые контакты с докторами, любые операции, не только гинекологические. И все, все это на первом этапе анализируем, собирая вот этот вот первый анамнез. Дальше женщина проходит обследование. Безусловно, она проходит не только специальные обследования, а и те общие обследования, Слідування, такі як обі аналіз крові, глюкоза крові, біохімічний аналіз, і навіть якщо ці заболівання скриті, але вони можуть відразитися на гінекологічних на, на наших результатах, ми безусловно їх узнаємо в процесі обслідування і їх коректируємо. Угу. Як і штучного запліднення залежить тільки від лікаря і від правильно обраної програми, чи все таки від пацієнтки? Мы много говорим да, о программах, о лекарствах, mm -hmm. о, о вкладе врача в программу. На самом деле вклад женщины в программу он невероятно большой, потому что именно от женщины зависит правильность введения препаратов, потому что когда я назначаю препараты, назначаю программу, я рассчитываю, что эта доза препаратов в это время в нужное будет введена женщиной, так как это положено. Если женщина это сделает неправильно, безусловно попадет препарата меньше, и безусловно программа будет идти ну, как минимум некорректно, разбила, разлила, что-то неправильно сделала, это жизнь, к сожалению, с такими моментами можем сталкиваться. Чтобы свести такие случаи в нашей клинике к абсолютному нулю, мы ввели э, такие моменты, как обучение э, наших пациентов инъекциям. Uh -huh. То есть даже если наша пациентка медработник, даже если она говорит, что я умею это делать, и у меня не первая программа, доктор, не нужно на этом акцентироваться, мы все равно еще раз напомним, расскажем, потому что это невероятно важно. Наши медсестры э, сначала просто это рассказывают, показывают пациентке, а затем у нас есть специальные тренажеры, которые напоминают по своей свойствам кожу подкожную клетчатку и женщина может своими руками взяв эту шприц ручку которую она дома потом возьмет и будет вводить препараты стерильную иглу накрутив иглу и сделав все то что она будет делать дома поэтапно если мы видим проблемы в этом в этой цепи то медсестра покажет поможет подкорректирует безусловно что наши пациентки в большинстве своем это не медицинские работники угу. и они не обязаны уметь делать уколы и выполнять медицинские манипуляции поэтому если мы видим что пациентка ну, испытывает действительно трудности и она ну, не уверена что она это сделает правильно значит мы порекомендуем ей прийти к нам в клинику и сделает инъекции ей медицинская сестра это может несколько увеличить количество визитов но зато мы сохраним качество на высоком уровне Але все одно, судячи з того, що ви вчите робити самим і в крайніх випадках допомагаєте прямо в клініці, зрозуміло, що ви робите максимальну роботу, щоб людина все ж таки змогла до цього підготуватися. Безусловно, це момент, на якому ми акцентуємо увагу на старті програми. І я кожен раз жінку, все ли вийшло, якщо не вийшло, нужна ли допомога, тому що переоцінити це сложно, тому що то лікарство, которое введено в той дозе, оно и должно подействовать правильно. Если его больше или меньше, и, естественно, программа может пойти под откос. Как быть в тех выпадках, если не удалось с первого раза завагитнеть? Тут самое главное, Анна, это не отчаиваться. Потому что Опыт предыдущей программы, он дает доктору много информации, как женщина реагировала на препараты, на, на конкретную дозировку препаратов, на конкретную программу. Ведь в нашей практике нет каких-то стандартов абсолютных. Вот такая и все. У нас есть множество программ. Мы можем проанализировать это и следующую программу на основе опыта, на основе еще раз перепроверив результаты анализов, перепроверив в обследование необходимое, если это нужно, составить план следующей программы. И очень часто вторая программа экстракорпорального плодотворения оказывается более успешной, чем первая программа. То есть психологическая поддержка у вас присутня в клинике, так? Безусловно. А как без этого? Мы на это очень большие делаем ставки на психологический комфорт пациента, потому что только пациент, который ну немножко расслабился с доктором, хотя бы немножко отпустил эту проблему, он и может дать этот высокий результат. Потому что если пациентка не уверена, если она боится, боится ошибиться с препаратом, то безусловно это будет влиять. Это Невероятно важливий фактор. Ми о нього говорили. І ми його от красної лінії йде через всю нашу роботу. Пані Марино, які ви могли надати корисні поради для наших глядачів. Як все ж таки добитися успіху при штучному заплідненні? В першу чергу я хочу сказати, що для репродуктолога немає нічого часу. Если упущено время, у нас тоже есть для этого выход. Но всегда хочется помочь максимально. Поэтому если э, есть у женщины любой фактор отягощающий какие-либо операции на яичниках любые операции на маточных трубах абсолютно любые. Если есть эндометриоз, который очень существенно снижает качество клеток. Э, в первую очередь обратитесь к репродуктологу. Нужно определить резерв это один анализ. И, анализ, который мы порекомендуем супругу. Тут еще хочу обратить внимание на такой момент, как качество яйцеклеток. Качество яйцеклеток, к сожалению, невероятно сложно поддается коррекции. Но очень-очень тяжело, может быть, хоть как-то изменено. Поэтому качество — это в основном, это вовремя, это возраст. Потому что в молодом возрасте качество клеток, как правило, хорошее. Мы редко видим проблемы с качеством до 35 лет. Бывают ситуации, но это редко. В основном все проблемы с качеством начинаются после 35 и к 40 годам. И на эту проблему мы можем влиять только пытав, пытаясь увеличить количество. То есть статистически, чтобы у нас все-таки было больше качественных клеток. Что, опять же, не всегда возможно, потому что после 35 лет снижается и количество. Поэтому самое главное это вовремя, потому что время назад, к сожалению, не отмотаешь. А в каких выпадках рекомендовано штучное запледнение? показаний к нему на настоящее время невероятно много. В первую очередь напомним нашим так, слушателям так, так. этот момент важный. если беременность не происходит в паре, если регулярно они живут половой жизнью и возраст не выше 35 лет это год. Угу. год не получается, уже надо задуматься и уже надо пройти консультацию. Если же возраст выше 35 лет, это полгода. Угу. потому что опять же мы, пока мы пройдем обследование пока мы выберем тактику это тоже время а время после 35 лет оно ну, не на нашей стороне еще есть такой момент он ну, более скажем так редкий но тоже вот пользуюсь случаем хочу на нем остановиться это когда мы видим снижение клеток или иногда в крайне редких случаях их так мало или даже практически нет по генетическим каким-то особенностям то есть у каждой женщины есть определенные определенная закладка клеток, то есть сколько-то клеток ей дала, скажем так, мама по наследству, то есть генетически. Mm -hmm. Если у мамы наступила менопауза поздно, не было проблем с репродукцией, то она, скорее всего, даст много клеток женщине. А если наступила раньше, наоборот, мало. И вот эта генетическая предрасположенность иногда тоже влияет очень сильно, то есть женщина может быть молодая, ей может быть 25-26 лет, а при этом может быть мало клеток. В очень очень редких случаях мы видим, когда клетки не были даны в закладке, то есть какой-то фактор неблагоприятный может повлиять на маму еще в период, когда она носит девочку, угу. и эти клетки могут просто не заложиться. Но, к счастью, такие случаи невероятно редки. Угу. Зрозуміло, ми почули основні фактори, при яких треба звертатися за допомогою до репродуктолога, так і рекомендувати штучне запліднення. На цьому пропоную завершити наш ефір. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із головним лікарем філії клініки Академіка Грищенка Кисельовою Мариною Миколаївною про проблеми, які можуть виникнути при штучному заплідненні та як, власне, досягти успіху. Сподіваємось, вам наші поради знадобляться в майбутньому житті. На цьому зберігаємо спокій. До побачення.